Двигаемся еще мимо 17-го микрорайона и по бульвару Шевченко. Здесь есть магазин товаров для кухни, ванны, обмен валют, рядом супермаркет. И вот так здесь рядом сделали окна, вот такие дома. Идем дальше. Здесь тоже что-то будет открываться. Вот сделали окна. Выполняется ремонт. Здесь рядом строительная площадка. Недалеко работают наши строители. И тут здесь рядом магазинчик. Здесь заменяют трубы. Коммунальные предприятия ремонтируют коммуникации. И вот такая погода. Примерно 0 градусов на улице, но еще прохладно. Недалеко находится вот такой магазинчик. Называется Палас. Так что много магазинов, можно покупать себе товар. Идем по проспекту Строителей, покажу, как заменили трубы, и посмотрите, какие были и какие стали. Думаю, разница видна. Ну и пойдем дальше по проспекту Строителей. Недалеко есть магазин автозапчастей для машины. Сейчас я вам его покажу. Можно покупать запчасти, чтобы было для машины. Рядом находится остановка, люди ждут автобус, проезд до сих пор бесплатный, и мы идем к перекрестку. Вот такая погода. Уже замерзший снежок, немного льда есть, но достаточно еще морозно. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего. Пока-пока.